Орден Юнмэнцзян, Орден Лэн Линьцинь, Орден Гусулань, Орден Цинхэне. Не понимаю. Do a flip! Ты мне не двоюродный брат! Кто я? Чёртов псих! Как мягенько, спасибо большое. Верните мне Аюаня. Прошло уже столько лет, а клан Лань все еще уверен своим идеалам. А я сейчас очень злой. Она королевских кровей. Кто ты говоришь, твой дядя? Я его дядя. Мне очень горячо, нужно много воды. На меня больше никто не смотрит так же, как ты. Тоже мне заклинатели! Что ты сказал? Эй! Ну давай, посмотрим, кто кого! Оп! Давай, давай! Зачем ты столкнул его туда? Он сам туда упал! Это еще что такое? Ци Сюэн Сюэн. Он слишком высокого мнения о себе, и с каждым днем оно лишь растет. Он часто медитирует, и встретить его сложно. Белая колбаса любви. Тебя забанят. Там этих ваших правил больше 3000, и ни одно не повторяется. Нам-нам. Я выпью, сидя здесь, на стене. Это же не нарушение. Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Нет. Бан! Теперь он следит за тобой. Это братская любовь. Ну а если кто-то и впредь не относится серьезно к моим словам? Хм. Самое лучшее в мире образование. Вэйн, что ты там делаешь? Это мороженка. Радуга? Я делюсь с тобой, а ты меня не видел. В облачных глубинах запрещена радуга. Смотрите, ведь он же еще кавайнее. Подарите ему что-нибудь. Если одарите только меня одного, боюсь, что он изведет меня своей завистью. Что ты все залазил? Нет, да нет. Девушкам это не нравится. Девушки в Юньмэне очень красивые. Точно не хочешь приехать? Нет. Ну что еще? Ты все время отказываешь мне, и теперь я очень расстроен. Держим себя в руках. Глупый. Это ведь не твоя вина. Но Шит запечалена. Не расстраивайся. Потягушечки потяни. Отличная техника. Ай! Ван Зисюн, у тебя лобная лента съехала. Давай-ка я ее поправлю. Рисунок на нем, очевидно, сделан в виде солнца, символ ордена Цишэньвэнь. Это программа «Сдохни или умри».